Анютины глазки, вот надо высаживать, был снег. Вот такая у меня цветная капуста в теплице. Тоже хочу уже, наверное, высадить. И мои помидорки. В общем, вот этот ряд здесь. У меня вот еще петунья осталась. Буду, наверное, высаживать где-нибудь в цветнике, в огороде. И вот это вот желтеют у меня помидоры и все. Вот эти высокие. Не знаю, что делать. Или их выкинуть, уже не сажать. На которые низкие, вот они. А эти вот, я их гуматом калия поливаю. Вот такие вот вымахали. Прям хорошие, мне нравятся прям. Другие говорят, жируют. Ну, мне кажется, а что же, как палочки должны быть? Вот такие, что ли? Чего от них толку будет? А здесь вот. Прям вот лобелию надо вытащить. Вот. В общем, вот так в теплице.